Первенство России межрегиональных объединений открыли команды из Москвы, Дальнего Востока, Сибири и Московской области. Матчи одновременно начались на двух полях. Первыми счет открыли московские футболисты, забив мяч в ворота команды Дальнего Востока. Буквально через несколько секунд радостный клич был слышен на соседнем поле. На 27-й минуте первого тайма сибирцы распечатали ворота команды Московской области, которые, в свою очередь, уже через несколько минут забили ответный мяч. Схватка между командами Сибири и Московской области так и завершилась со счетом 1-1. Забить гол не удалось и футболистам Дальнего Востока. Матч завершился счетом 1-0 в пользу москвичей. Мы в перспективе смотрим и на этих ребят и хотим, чтобы они пополнили нашу основную команду «Динамо Барнаул». Ну, естественно, здесь посмотреть другие команды, кто чем дышит, так скажем. Перенять опыт, посмотреть на других, показать себя. В первом туре принимают участие все 10 команд. Эти соревнования предусматривают конкурсный отбор по 6 номинациям. Лучший вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, игрок атаки и бомбардир. Многие команды составлены на базе сильнейших игроков по регионам. На этот турнир отобраны 8 судей в возрасте до 28 лет. Это перспектива. Из них 60% уже обслуживают матчи второго дивизиона. Ну, остальные 2-3 человека, это обслуживают матчи главными судьями, дублирующих состав команд премьер-лиги. Турнир продлится до 7 декабря. Тогда команды, вышедшие в финал, разыграют первое, второе, третье и четвертое места. Победители получат медали, кубки и дипломы. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.